Ay, qué tan morso. Третьего мая 2018 года. Харьков. Это луна. Где у нас Сатурн? Не видать. Ну, зато вот у нас Юпитер. Посмотри, мы же не ходим. Даже Юпитер фиксирован. Вот он наш Юпитер со своими замечательными Галилеевыми спутниками и еще каким-то пятым. Пятое колесо в телеге. Ну, в общем-то, вот и весь наш парад планет. Пика уже справилась за горизонтом, двойная звезда. Юпитер есть, Луна на месте. Марс я уже показывал, сейчас я его тут не уловлю, не высыплю. Не знаю, может на экране видно. Мне так его точно на мониторе фотоаппарата не видно. Ну вот он наш рассвет, красавец, какие краски чудесные. Ладненько.